bewegt sich etwas. Как вы знаете, мы наметили конкретные механизмы по формированию. About terrorism and other kind of... It's very difficult to imagine a better meeting than the one we have today. Really, the type of atmosphere that has been created has been splendid. We have been able to talk about all the forest space, as have been mentioned previously, and reach an agreement that, as has been said, now has to be implemented. Конструктивного, доброжелательного очень подхода, и съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз, достаточно. Извините за оккупацию, потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить. Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время. Но все-таки кое-что помню еще с этого. Понимаете? Yes. Спасибо. Мы готовы к подписанию соглашения по границе, о котором вы спрашивали, и с Эстонией, и с Латвией. Надеемся, что они не будут сопровождаться дурацкими по своим содержанию требованиями территориального характера. Сегодня в Европе, в 21 веке, когда одна страна предъявляет территориальные претензии к другой и одновременно хочет ратифицировать договоры по границе, это полная чушь. Эстонское телевидение.